Сейчас мы тебя будем обсматривать с самой макушки до самого низа. До твоих новых кроссовок, да? Красивые? Да. Что у тебя на руке тут? Ну, рассказывай нам. Наследственные. Сумочка у тебя еще есть, да? Все. Модная такая вся. Да. В лайках, да? Собралась? Я тебе поставлю лайк. Дайте мне мою клубничку, мам. Что ты собралась делать, мама? Дайте мне мою клубничку. А потом сколько приедете, да, чтоб сумки? Да. Дайте мне мою клубничку, говорю. Иди, бабушка, тебе понюхай. Все, поехали. Маму будем ждать? Модная вся такая, да? С бриллиантами, я посмотрю. Это у вас кольцо настоящее? Да. А браслеты какие? Кира написано, да? Да. Нравится? Угу. Будем маму ждать? Да. Да? Да. Ты держишь лифт? Угу. Вся такая красивая, вообще прям. Страсть просто, да? Угу. На переход, Кира. Кира, на переход. Давай, давай, пузо убирай. Что такое? Покажи. Что тебе купили? Кого? Поп-ит. А как ты им щелкаешь, покажешь? Ну повернись хотя бы, не видно. А быстро как ты щелкаешь, покажи. Быстро-быстро, давай. Давай попытишься пока. Быстро-быстро так, чтобы жих. Ну ничего себе. Да вообще прям, бабушка не знает. Вот так вот на свиданках будешь выходить и сама уже мазаться, да? Угу. Что угу? По губам сразу угу. Вся в одуванчиках нюхала она. С попытиком. Вот ну я только вытерла желтая. Красотка. Шик. А Гулечка какая красивая. Разбирай. Мама знает, как собирать. Я знаю. Радужный, как, прям как ты любишь, да? Ну давай, как его собирать? Там есть палочка. Выпала. Такая тонкая. Да, солнышко вышло. С той стороны надо. Перевернуть его надо, Кира. Неси, я соберу. Давай, мама соберет. Там продеть надо аккуратненько. Нет, не так, Кира. А внутри продевать не надо? Нет. Все? Не кажется, он же? Дайте-ка. Чуть-чуть надо размотать, чтобы начать запускать его. Отходи. И сама так. Да сама, сама. Все, ты достаточно? Достаточно? Можно я попробую запустить? Да, попробуй, только камеру я держать буду. На, и на меня смотри. Ветер откуда? Понял. Ой, дождь. Все. Что все? Какой довольный ребенок. Да? Он прямо над тобой летит.
Повыше. Когда за дело берется мама, все намного интереснее. Беги, Форест, беги! Ого! Быстрей! Быстрее! Иди сюда. Вторая попытка. Надо бежать, Кира, а не идти. Ты когда останавливаешься, он падает. Поймать ветер нужно. Беги! Быстрее назад! Быстро! Беги, беги до конца! Как красиво бегает ребенок. Будет ночью спать крепко-крепко. Да? Не болит борода? А? Нет. Нет? Беги! Сейчас взлетит, подожди. Беги давай! Красота. Мама, давай. Мама, не воруй детство у ребенка. Нам надо, чтобы она запыхалась, устала и легла раньше спать. А не ты, понимаешь? Кира, давай, пока ветер. Готова? Сейчас, подожди. Ветер будет? Маленький. Давай. Подожди. Вон как высоко получается. Все? Наигралась? Давай сюда, я сейчас сниму. Зацепило. Все, выпутали. Теперь снова можно летать, да, Кира? Беги! Эй, лайкерша, ты уже как взрослая будешь одеваться? Это как? Как подросток. Как подросток? Но ты же еще маленькая для подростка. Мама говорит, я уже.
Уже? Ну ты даешь. Лайк покажи нам свой. Я тебе поставлю лайк. Да? Угу. Устала? Но запускалась змея? Да. Что еще расскажешь? Ничего. Легла как-то ты в раскорячку. Зато хорошо. Пузо качать не хотите? Не, не хочу. Не хочешь? Мне жарко и пить хочется. Хочешь фанты холодненькой? Да, с льдом. С льдом? Да. А молочный коктейль? Нет, фанты. Фанты? Да. А может пепси? Пепси, или колы, да? Да, или колы. Или спрайта. Да. Или севенапа. Что такое севенап? Ну, то же самое, что и спрайт почти. Ты как другой фермы? Да. Другой упаковка, да? Да. А лучше всего, знаешь что? Что? Пепси черри. С вишенкой. Да. Да? Да. Мама тебе вот делала прическу, лайфхаки, над тобой эксперименты ставила, а ты тут валяешься. Валишь, Саня. Что? Встань. Холодок, ветерок? Тебе прям так нравится качаться, да? Да. Вот еще. На тех качельках покачаться. На тех? Да. Мама говорит, что ты выпачкаешься, у тебя же белый костюм сегодня. Ну мне вообще нельзя покачаться, да? Я не хочу тут качаться, тут надо медленно качаться. Я хочу быстро качаться, очень быстро качаться. Непослушная ты, в общем, дочка, да? Нет, я хочу качаться, быстро Папа качаться. Папа не будет разворачиваться. Вот так вот шить в эту сторону. Вот да. Мама, мне везло, один цветочек было пахнет. Знаешь, как сакура хорошо пахнет? Цветет. Мне вот этот понюхай. Папа, мне повезло, то, что один цветочек вот этот понюхай. Был запавший. Класс. Папа, мне повезло, то, что один цветочек сакура. Мороженое ешь. Да, по счастливой традиции, как обычно, ты в конце видео ешь мороженое, да? Вкусно тебе? Нагулялась? А мороженое, между прочим, мама себе покупала. А ты что не захотела? Ну, я маме оставлю. Спасибо. Говори всем пока-пока.